Ну вот перелив жирный, видите, он зеленый. А тот, который, это поглубже, который, а тот, который выше к земле, к поверхности, тот симпатичней. Тоже как вариант. Вот тут трещинка, так можно и шар сделать. Вот так, кому охота будет. Это вот одна из бывших жилок, копали здесь. Даже подсохло все. Видно вон по тому борту, где обычно вода стоит, и как она сейчас. Но все равно тут глубоковато. Вау, какая няша. Да, зеленка. Старый гриб. Так, ну ладно, на ту сторону не пойду. Ничего тут интересного нет. Интересно, какая это залежь. Тоже кварц минерализации. Вот такая мелкая. Тоже зеленка. Угу. Зеленка уже с красным. Нет, нет ничего здесь интересного. Пойдем обратно. Так. Надо же, и воды нет. Нет, он там есть на дне. Вау. Да. Но я понимаю, так мы туда не полезем. В этот шурф. Что тут у нас вокруг? А, тоже. Та же зелень. Так что глубже не всегда лучше, хотя кто его знает. Если на кварцевую жирность видят. Ну, судя по отвалам тут. Ну, даже какая интересная. Переливы. Животки кварца тут же. Ну, а это кто тут ходил?
Да. Все изрыли здесь копытами. Вот это продолжение одной из. Ну, даже воды нет. Хрена себе, высохло как все. Вот это да. Вот это суши. Да. Ладно, пойдем обратно. Надо же. Шиповник поспел даже уже. Вернулся на дорогу, немножко на другую, тут интереснее. Хрена себе летает тут. Товарищи. Такой даст полбой, упадешь. Шоршни. Нифига себе машина. Сантиметра три, наверное. Во, тут красненькая. Разрезать, да хорошо будет. Красавчик. Вау, выруба тоже. Как заросли. Хотел прогуляться, да, ничего там уже не видно. Красивые такие, прозрачные, с красным. Это зеленые, тут попробую.
Ну и тут что-то есть вроде. Вот это тоже там оттуда. Видите, зеленая и красная. Можно найти образец, конечно, неплохой даже и с зеленью. Но он зелень тоже играет. Вот видите, тут даже белый кварц такой. Поэтому вот если кусок взять, так разрезать, можно что-то из него сделать. Ну, это так. Положим его на кучу малу. Ну, вот как вот определять, годится он или нет. Конечно, лучше распилить как надо, а там видно будет. Или вот мокрой тряпочкой, чтобы видеть, что может из него получиться. Это буквально каждый второй поделочный камень. Не будет же кварц кристаллами, которые... А это, пожалуйста, вот видите, уже видно, что из этого камня может что-то получиться. Вот прожилки, вот рисунок перелифта. Вот здесь, вот видите, тоже неплохо получается. В общем, это не полощатый, видите, разный рисунок. Это брекча, похоже. Так, сейчас переверну с другой стороны. Тяжелый. Видите, какие кристаллики в полости. Конечно, хотелось бы ярче, но что есть, то есть. Приятно, что не на самом месторождении нашел шайтанского перелифта.